was once a planet called Cybertron, until war brought its destruction and made exiles of us all. The lone hope for our race lay with the Allspark, the keeper of our history. But with its destruction, only fragments now remain, hidden away for all time. And though we have vanquished the Decepticon leader, Megatron, his minions remain, waging secret war against us. Now we Autobots and our allies defend the human race from an evil it knows not. This stalemate cannot last. One side must win. And yet, the battle continues. Бамблби, я рад, что ты снова с нами. Nest сообщает о повышенной активности десептиконов. Так что пора приниматься за работу. Поскольку ты давно не участвовал в боях, Оптимус попросил меня проверить все твои системы. Сейчас я выведу на твой дисплей данные о целях. Посмотри на радар, чтобы найти первую цель. Неплохо, Бамблби. Хорошо. Следующая цель на радаре. Двигай туда. А ты неплохо справляешься. Впрочем, другого я и не ожидал. Ладно, продолжим. Взгляни-ка на свой радар. Это была разминка. А теперь кое-что повеселее. Проверь радар. Слишком просто, но потерпи немного. Я обещал Прайму, что мы пойдем все от начала до конца. Вот так. Хорошо. Конечно, я справился бы лучше, но все равно неплохо. Давай дальше. Взгляни на радар. Септиконы опасны даже без Мегатрона. Ты должен быть всегда наготове. Они истекают горючим. Отлично, Бамблби. Славный парень. То есть автобот, конечно. В общем, так же. Вполне сносно. Что там у нас дальше? А, вот это мне нравится. Посмотри на радар. Вот так! Ты функционируешь идеально. Вот так! Проверим системы. Хорошая перестрелка – лучший способ поддержания формы. Еще разок. Еще желаете есть? Да, пошел. Превосходно. Хорошо. Ничего сложного, конечно, но ты неплохо справился. Посмотрим, что дальше. Проверь радар. Если хочешь скорости, нужно трансформироваться. Очень хорошо.
работа. Слушай меня! Даже у транспортной формы есть оружие. Неплохо. Когда будешь готов атаковать врага, можешь удивить его вот этим. Хорошо. А теперь, если правда хочешь стать круче всех, то вот тебе мой любимый прием. Бой. Наши люди, союзники из Нест, без нас не справятся. Знаешь, что лучше всего поднимает мое настроение? Хорошая драка. Смотри на радар, чтобы найти первую цель. Ты сражаешься с превосходящим противником. Неплохо, Брейковый. Как тебе известно, Бамблби, я не умею летать. Наверняка я бы справился и с этим, но у меня нет крыльев. Но я могу проверить, как летаешь ты. Поехали. На твоем радаре указана первая цель. Следуй туда. Хорошо летаешь. Справишься ли ты с чем-нибудь посложнее? Радар ждет. Хорошо. Теперь комбинируй. Пусть враг пытается угадать твои маневры. Превосходно. Теперь самое важное — оружие. Или, как я люблю говорить, смерть с небес.
скажу. Молодец. Теперь ты готов сражаться и на земле, и в воздухе. Удачи. Очень хорошо, Автобот. Пора задать жару Десептикону. This is Sergeant Epps. I'm over southeast Shanghai at 1,200 feet. No visual, but something's down there. Probably cloaked. IR SIGs at 4 bars. Over. Hatching into local security feeds now. Let's see what we got. I'm thinking classified alien predator, but hey, tell me. Yeah, feels just like Morocco last month. Same background interference. We got... Hold on. Hostiles confirmed. Decepticon incursion in Southwest Quadrant. Return to base. Alerting Autobots now. Наши союзники из Nest сообщают о вторжении Десептиконов в Шанхай. Готовься к бою! Автоботы, говорит майор Ленокс из Nest. К нам прорвалось множество Десептиконов. Не дайте им уйти! Наши враги близко. Готовьтесь к бою! Цель приближается. Отправляю автобус на шаг. Великая искра уничтожена, но десептиконы все равно возвращаются. Сражение еще не закончено. Десептикон, дадим ему прикурить. Подумай над этим. Будьте начеку, мы видим противника. Быстрее! Цель поражена!
Задание в пол. 6 стычек с врагом за 8 месяцев. Десептиконы явно что-то замышляют. Вновь победа Айронхайда. Все десептиконы уничтожены. На поле боя чисто. Не обольщайся, Брейквей. Десептиконы так просто не отступают. Боюсь, что Айронхайд прав. Когда были уничтожены Великая Искра и Мегатрон, я надеялся, что наши враги покинут эту планету. Но надежды не оправдались. Я не предполагал, что мы достигнем результатов в такие сроки. Это впечатляет. Как меня учили в летной школе. Бей сильно, бей быстро. Айронхайд, ты должен вернуться в Шанхай и встретить там наших врагов. Готовься к отправке. Айронхайд пропал где-то в Шанхае. Возможно, он поврежден. Его необходимо срочно отыскать. Айронхайд, это майор Ленокс. Где вы находитесь? Его ретранслятор должен указывать местонахождение. Что-то неладно. Противник на подходе! Они знают, что вы здесь. Придется пробиваться с боем. Будь наготове! Нужна помощь. Утратил подвижность. Уврежден. Применил. Это Айронхайд, он теряет мощность. Мы должны найти его раньше десептиконов. Десептикон подбит. Это Айронхайд, ты его нашел! Тебе придется использовать добавочные батареи для того, чтобы активировать его цепи. Как раз вовремя. У меня почти закончилась резервная мощность. Плохие новости. К нам приближаются многочисленные силы противника.
Прежде чем мы сможем вытащить вас обоих, вам придется уничтожить всех десептиконов в окрестностях. Отлично. Размяться мне не помешает. Кто убивает по утрам, тот поступает мудро. Это куда веселее, чем я. Попадание в голову. Тут одни автоботы.
Рэтчет, Айронхайд готов к бою? Я прошел полный техосмотр, Прайм. Готов ко всему. Еще час в Шанхае, и ты был бы готов к утилизации. И сейчас валялся бы на свалке. И это было бы большой утратой для всех нас. Молодцы, автоботы. Мы выполняем поставленные задачи, но не полностью. Эту стратегию пора менять. Он прав. К делу надо подходить ответственнее. Автоботы, война продолжается. Десептиконы атакуют побережье. Как мы уже говорили, в Шанхае свирепствует десептиконский разрушитель. Мы должны остановить его. Эти разрушения причинены неизвестным нам десептиконом. Его нужно найти. Всем бойцам, сформируйтесь и атакуйте врага. Уничтожаю цель!
Браво! У вас ничего не выйдет! Ослабляй напор! Его системы вот-вот сдадут! Всем бойцам! Трансформируйтесь и атакуйте врага! Посмотрим, насколько круто нам правит! Атакуем десептиконов! В этом году мы с союзниками отразили 6 атак десептиконов и никогда не слышали ничего подобного. Падший восстанет вновь. Прайм, как ты думаешь, что это за падший? Не знаю. Наши показатели ниже среднего. Если так будет продолжаться и дальше, мне придется заняться системами наведения. В любом случае, сейчас нам не до падшего. События на западном побережье США требуют нашего вмешательства. После боя в Шанхае Нест остался без связи. Найдите и почините антенны Нест, чтобы мы могли восстановить связь с союзниками. Подтверждаю прибытие. Следуй к антенну. Прежде чем начинать ремонт, уничтожь всех противников. Впереди десептиконы. Атаковать и уничтожить. Уничтожен. Следуй к антеннам, автобот. Обожаю хорошую драку. Ремонт завершен. Сверим часы. Твоя задача отремонтировать следующую антенну за отведенное время. Обнаружена антенна. Атакую автобот. Открываю огонь. Сегодня мы покончим с этим. Бегу цель. Я решил со мной потягаться. Отлично.
Осталась одна антенна. Почини ее за отведенное время. Время выходит, автобот. Найди антенну и осуществи ремонт. Сеть Неста снова работает в штатном режиме. Жаль, того же нельзя сказать о Шанхае. Всему свое время, Оптимус. Кибертрон тоже не сразу строился. По данным телеметрии, в последней стычке мы понесли минимальный урон. Приятно слышать. Автоботы, поехали! Септиконы не ушли из Шанхая. Найти и уничтожить оставшихся. Враги близко. Надо найти их и атаковать. Цель намечена. Поиски. Это еще не все. Десептиконы на прицеле. Атакую цель. Это еще не закончено.
какую конечно. Все интереснее и интереснее. Автоботу погнать! Какую цель? Еще десептиконы. Десептикон. Несколько врагов. Будь начеку. Конструктикону Лонгхоулу приказано уничтожить тебя. Все интереснее и интереснее. Теперь прикончим. Ты вновь показал, на что ты способен. Наши враги гибнут один за другим. Сначала Sideways, потом Уиллбот, теперь Лонгхоул. Без Мегатрона они ничто. Но они не прекращают атак. Десептиконы не дураки. Значит, они на что-то надеются. Ты их переоцениваешь. Автоботы, в последнем сражении мы разрушили почти все, что попадалось нам на пути. Да. Тотальное уничтожение — верный путь к победе. Проблема в том, что мы призваны защищать этот мир, а не уничтожать его. Я имел в виду, что это один из путей. Возможно, есть и другие. Еще одно задание выполнено.
Перед тем, как погибнуть, разрушитель серьезно повредил станции связи Нест. Возвращайся на побережье и срочно их отремонтируй. Антенны НЭС должны быть где-то близко. Но будь осторожен, они охраняются. Впереди антенны НЭС. Подойди ближе и не приступай к нему. Много слов, мало дел. Это все, на что ты способен? Попадание в голову! Неисправность устранена. Следи за таймером. Ты должен найти и починить следующую антенну за отведенное время. Трансформируйтесь и атакуйте врага! Время на исходе. Найди эту антенну. Ремонт завершен. Не расслабляйся. Найди следующую антенну, пока не вышло время. Уничтожим десептиконов! Атаку! Попадание в голову! Что не справится со мной? Время почти вышло. Срочно ищи антенну. Отлично. У тебя получилось. Система связи Nest снова работает. Молодец. Станции связи Nest, а заодно завалили еще нескольких десептиконов. Похоже, разрушитель далеко не последний. Еще бы он был последним. Должен отметить, что мы очень тщательно работаем на поле боя. Да. После нас там остаются только дымящиеся обломки десептиконов.
Похоже, на этот раз мы выполнили все задачи без исключения. Тщательность — ключ к победе. Мы не должны расслабляться. Поздравляю тебя с победой. Отличная работа.